В областном департаменте внутренних дел подвели итоги оперативно-служебной работы местной полицейской службы за 8 месяцев. В совещании приняли участие руководители всех городских и районных подразделений. Преступлений в области стало меньше на 27%. На учет поставили 2900 североказахстанцев. Из них условно-досрочно освобожденных 365. Стражи порядка выявили больше 24 тысяч грубых нарушений ПДД. Задержали почти 1100 нетрезвых автовладельцев. Начальник областного ДВД Берег Белялов поручил максимально усилить работу, чтобы количество нарушений на дорогах стало еще меньше. Также в областном полицейском ведомстве наградили полицейских, участвовавших в охране общественного порядка во время Экспо-2017. Всего в столице в период проведения международной выставки дежурили 50 североказахстанских полицейских. Сегодня получили награду 25-летия полиции Республики Казахстан за участие на международной выставке Экспо-2017. Находились там 4 месяца. Будем стараться с новыми силами охранять порядок на улице города Петропавловска.